Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры. С момента своего создания Отечественная прокуратура неизменно служила надежной опорой нашего государства, олицетворяла силу права и справедливости. Сегодня прокуроры достойно выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают надзор за своевременным и точным исполнением Конституции и законов страны, вносят весомый вклад в развитие России как правового демократического государства. В прошлом январе мы торжественно отметили 300-летие Российской прокуратуры. И очень важно, что за этот юбилейный год вы добились новых весомых результатов в своей деятельности. Так повысилась эффективность практики личных приемов граждан прокурорами всех уровней, в ходе которых люди получают достойную помощь и защиту, ответы на самые насущные вопросы. Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же, как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей. Ваш безусловный приоритет – это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Хочу поблагодарить российских прокуроров за столь необходимую нашему обществу работу, за профессионализм и принципиальный подход к делу. Уверен, вы и впредь будете осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законов, защищать людей от беззакония, равнодушия и произвола. Ключевыми направлениями вашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России. Сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей. Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий. Будете достойно хранить и приумножать лучшие традиции своих предшественников. Повторю главное. Наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его четкое исполнение обеспечено государством. Еще раз поздравляю прокуроров и ветеранов ведомства с праздником. Желаю вам здоровья и успехов.